Тяжело убедить тех, кто подвергся психологическим манипуляциям со стороны идеологов и вербовщиков. Такие люди идут на тяжкие преступления и верят в правильность своих действий. Долг государства – обезопасить жизнь своих граждан и помочь оступившимся осознать свои ошибки. Данная категория осужденных является самой сложной в плане исправления, так как у них сложились стойкие убеждения, которые противоречат нашему законодательству. Но задача наших сотрудников – исправление всех осужденных, и мы, соответственно, для этого принимаем все необходимые меры. Отбывают наказания такие осужденные в отдельных камерах для предотвращения распространения экстремистской идеологии. Покидают их только на час, который они проводят в прогулочных двориках. С ними работают сотрудники воспитательной, оперативной, психологической службы. Также представители религиозных организаций. Все они разъясняют преступную сущность и общественную опасность терроризма. Осужденным позволяется смотреть видеоматериалы лишь в отведенное время и только новостные и профилактические. Трансляцию ведет студия кабельного телевидения. Через нее же показывают и материалы собственного производства. Чтение литературы приветствуется. Этому свидетельствует местная библиотека. Все проверено и направлено на содействие скорому исправлению осужденных. Нету запрещенной литературы. У нас в учреждении также поступают списки от оперативных служб, от сотрудников ФСБ, где, получается, определяется список литературы, который запрещен. Проводятся ежеквартальные сверки данной литературы. Также осужденные имеют право получать литературу у нас в бандеролях, по ссылках передачи от родственников. Соответственно, тоже при поступлении литературы она поступает в оперотдел, где тоже подвергается цензуре, и только после проверки ее она попадает в учреждение. Осужденный М оставил обучение таможенному делу и покинул родной город Душанбе и направился на заработки в Москву, чтобы обеспечивать своих родителей. Устроился поваром в кондитерской, но поддался влиянию членов идеологической организации. У меня изменения, планы поизменились. У меня появилось намерение выехать за границу, в Сирию для участия в боях. Я осознал свою ошибку, понял то, что находился в заблуждении. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Из них 3 года он провел в тюрьме, еще 9 проведет в исправительной колонии. Он искренне сожалеет о содеянном, понимая, что вернуть ничего невозможно ни для себя, ни для родных, а ведь жизнь могла сложиться иначе. Я бы занимался также дальше, работал бы поваром и поддерживал своих родных и близких, и прежде всего поженился бы, приобрел бы детей побольше и жил бы, поддерживал родных, семью свою. На каждого осужденного ведется дневник индивидуально-воспитательной работы. Закрепляются сотрудники оперативной, воспитательной и психологической служб. Каждому осужденному они находят свой подход, который дает результаты и возможность начать новую жизнь. Марина Захарова, Семен Семенов, Табаган.